ведется очень большая работа. Если у пациента стоит этот диагноз, у него есть инвалидность, то они лечение получают бесплатно. Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения. Просьба сохранять спокойствие. Внимание всем! Ухаживать именем, да, и минимально нуждаться в посторонней помощи. Ну, действительно, как-то надо, чтобы уже осмелели врачи, если уж такое заболевание есть, чтобы диагноз...